Посмотрите. Вам знаком этот человек? Евгений Дмитриевич? Поливанов? Совершенно верно. Прошу мой кабинет. Я хочу выпить за ваше здоровье и за наше сотрудничество. Имя, фамилия. Вы же прекрасно знаете. Имя, фамилия. Танистанов. Хасым. А как ты пролез на пост комиссара народного образования и просвещения Киргизии? Я не пролез. Меня партия направила. Не смей употреблять слово партия, собака! Ты не случайно сперся с троцкистском, японским шпионом Поливановым? Поливанов. Ученый мирового масштаба. Хватит, довольно! Нас интересуют ваши антисоветские акции и твоя литературная стряпня. Отвечай! Это ты написал азбук для взрослых? Я. У нас много еще неграмотных, и потому слепых людей. Какой разведке служишь? Я служу своему народу. Дура! Твой народ вон! Митингует на площади! Требует тебя! Троцкистские собаки смерти! А у нас народ не ошибается! Понятно. Если понятно, то отвечай. Ты использовал азбуку для взрослых как шифровальную книгу? Да. Она расскажет о нас правду, когда этот бред кончится. Атаджуртун нукурабайдыга, өз елі.